Сочи завершилась главная регата сезона 2017 года – гранд-финал Национальной парусной лиги. За три дня были проведены 32 гонки, 8 команд приняли 10 стартов, 16-11. Для команд, которые провели 10 гонок, высчитывался средний балл за гонку. Далее эта цифра прибавлялась к проведенным стартам. А для команд, проведших 11 гонок, просто складывались занятые места и делились на 11. Затем эти очки умножались на 2. Таково правило гранд-финала. В итоге третье место на гранд-финале заняла команда «Навигатор Сейлинг Тим» Игоря Рытова. Регата прошла нервно, потому что ветер такой очень изменчивый был. Наверное, есть небольшая усталость вместе с сожалением, что все закончилось. Второе место у Академии парусного спорта яхт-клуба Санкт-Петербурга Анны Басалкиной. Гонки, слабый ветер для всех. Это валидольные гонки, потому что возле берега ветер справа, ветер слева, из открытого окошка, как говорится. Какая-то есть доля везения или невезения. Мы вот в одной гонке пришли последние, причем ничего не смогли сделать. Хотя, казалось, сейчас дожмем хотя бы в середине круга. Победительницей большого финала сезона 2017 года стала Артюб Руссеван, Валерий Коваленко, Александра Башко, Игорь Лисовенко и Егора Игнатенко. Команда провела итоговую регату сезона фантастически. Лишь один раз в 10 гонках Коваленко финишировала вне призовой тройки. Артюб возглавила регату после первого дня и далее не дала ни малейшего повода усомниться в своем лидерстве. Мы командой очень любим Сочи, очень любим здесь участвовать в регатах, очень любим здесь побеждать. И поэтому для нас прекрасно прошел гранд-финал Национальной парусной лиги. Мы максимально концентрировались и максимально настраивались на то, чтобы показать для себя лучший результат. По итогам сезона абсолютным чемпионом стала команда из Екатеринбурга, повелитель паруса «Азия» Сергея Мусихина, Павла Трофимчука, Дениса Тюрикова и Михаила Корзникова. Мы захватили лидерство с августа, ну и были очень какие-то, да, как бы было удержать, и сегодня как бы в Сочи был этап, конечно, удержать, мы больше гонялись не за первые места, не рисковали, там, ни старты, ни фальстартов, ни разу нас не раскрутили, как бы все было очень осторожненько, нужно было победить общую хотелось, как бы главную победу взять. Вот, чего мы и достигли. На втором месте в сезоне «Навигатор Сейлинг Тим». На третьем – одноклубница победительницы, повелитель паруса Европа Вячеслава Ермоленко. Заслуженный отдых после сложного сезона достанется всем. Но отдыхать командам придется совсем недолго. Новый сезон высшего дивизиона НПЛ стартует уже в марте 2018 года.